4 часа, значит, у нас начало нового мастер-класса и знакомство с Натальей. Неровно, да? Айвой. Да, здравствуйте всем, как меня слышно? Слышно отлично вас. Давайте я вас представлю всем. Наталья Миникаева, психолог, регрессолог, тонатотехник, преподаватель йоги и медитации, организатор духовных туров «Места силы». Волшебно. Спасибо. Что ж, я вам передаю слово. Прошу, ваш мастер-класс. Спасибо большое, Наталья. Я вас всех приветствую в этом прекрасном пространстве. Хочу сказать большое спасибо организаторам за такую возможность поделиться своим опытом, поделиться своей сегодняшней практикой. И для того, чтобы нам ее совершить, необходимо переодеться в такую удобную одежду, которая бы не стесняла ваши движения. Потому что я хочу вам сегодня предложить динамическую медитацию Оша. Это, конечно, не полная ее версия, это укороченная версия, 47 минут. Но, тем не менее, она достаточно активная, интенсивная. Если вы стесняетесь, можете, как вот с Кэролин, выключить видео, и этого будет достаточно. Но, тем не менее, в ней необходимо раскрепоститься и отдаться на волю своим эмоциям и чувствам. Мой мастер-класс так и называется «Дай волю, да, дай свободу своим эмоциям и чувствам». В повседневной жизни мы очень часто сталкиваемся с тем, что нам приходится подавлять наши эмоции. Чаще всего это те эмоции, которые не приняты в нашем обществе. Это эмоции гнева, которые не очень выгодно нам с вами нигде проявлять, да, потому что этому нет места. Если мы где-то его испытываем, мы стараемся его спрятать, подавить, и ему некуда деваться, кроме как уйти в наше тело и оставить в нем телесные блоки, зажимы. Все то же самое касается других эмоций. Это и эмоции злости, и эмоции раздражения. И для того, чтобы с этими эмоциями поработать и вытащить их из этого тела, Оша придумал такую технику, как динамическая медитация. Она заключается в том, что мы, проходя постепенно несколько этапов, работаем с телом на самом глубинном уровне. Сейчас готовы, то давайте с вами сначала попробуем, чтобы время нам сэкономить, попробуем выполнить все эти этапы. И после этого включим музыку и позволим поработать себе со своим телом, со своими подавленными эмоциями. И для начала я хочу вам рассказать о том, что динамическая медитация Оша, а их очень много, мы сегодня будем заниматься кундалини, она работает в большей степени с тазовым сегментом, с тазовыми блоками и зажимами. И основная работа будет идти именно в эту область. И, как известно, в тазовом сегменте у нас скапливаются такие энергии, да, как эмоции негативные, это гнев, это стыд, это какие-то проявления вины, и вот это все здесь. И поэтому все движения практически в этой медитации будут направлены на работу с тазовым отделом, с тазовым сегментом. Итак, сегодняшняя сессия, она будет состоять из таких этапов. Первый этап называется тряска. И в этом этапе мы как бы даем нашему телу пробудиться. Мы даем ему возможность каждой клеточке нашего тела проснуться. И, кстати говоря, все медитации проводятся с закрытыми глазами. И мы с вами с закрытыми глазами, выполняя тряску, проверяем наше тело и стараемся его проанализировать и попробовать поискать, где у вас есть сжатие, где у вас есть, может быть, вам даже придут визуализации в виде какой-то тяжести, может быть, вы почувствуете, как камень где-то может давить, и вы туда направляете свой взгляд и работаете внутри себя и раскрепощаете тело настолько, насколько вам сегодня это удобно и возможно. Итак, первая стадия тряска и выполняется на следующем образом. Вы заземляетесь, стопы расположены на ширину вашего таза и немножко внутрь. Руки расслабленно
внизу. И после этого вы немножко опускаете голову вниз и прикрываете ваши глаза. И движение начинается с коленей. И вы колени сгибаете, разгибаете, сгибаете, разгибаете. Это самое начало. Я своим голосом буду вас всю практику вести. Вы будете идти за мной. После того, как мы разогреем с вами колени, мы будем поднимать взгляд выше и движение выше. И мы подойдем с вами к тазовой области. И я вам скажу таз. И вы подключаете уже вместе с коленями таз. И у нас уже работают колени и таз, колени и таз. И каждый из вас здесь выберет темп и ритм, удобный для вас. Конечно, будет музыка, но вы на нее сильно не акцентируетесь. Акцентируйтесь на ваши чувства, на ваши эмоции и на то, что вам позволяет тело. Потому что можно делать быстрее, вот как я сейчас, а можно делать медленнее. Все очень индивидуально. После этого я вам скажу кисти, и вам необходимо стряхивать, 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 стряхивать. Локти, подключаем локти. Плечи. И последнее – это голова. Со стороны в сторону. И вот таким образом мы с вами будем делать тряску. Когда я вам скажу кисти вверх, нужно делать вот такие движения. Они похожи на то, что вы стряхиваете капли дождя или воду. Я очень часто провожу динамические медитации. Мне рассказывают, что кто-то даже стряхивает эти эмоции в виде такой темной жижи со своих кистей рук. И вы пытаетесь стряхнуть, стряхиваем, стряхиваем, стряхиваем. И опять вниз, и работают все суставы. Все суставы. Наша задача – пробудить тело. Это первая стадия. Вторая стадия называется катарсис. Мы с вами ставим руки к груди и на выдохе, поднимая колено, говорим звук «ху». Ху. 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 Когда я вам скажу «побежали», вы ставите руки вверх и побежали вот таким темпом. Побежали, побежали, побежали. Потом я скажу опять «ху», 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 «ху». И вот так у нас будет несколько раз. Это стадия катарсис. Вот здесь у вас произойдет взрыв этих эмоций, и на звуке «ху» вы от них будете освобождаться. Со звуком «ху» вам нужно прям визуализировать, как вы их вытаскиваете и вместе с выдохом отпускаете, они вам больше не нужны. После этого самая классная стадия называется танец. Танец. Движение рук, ног в сторону. Движение рук назад. И если вдруг ваше тело вас потянет вниз, можно делать вот так. Соответственно, танец посвящен тому, что мы радуемся от того, что мы в теле, от того, что мы почистили его от шлаков, ненужных эмоций, от того, что мы освободили от зажимов. После этого мы с вами садимся, начинается медитация. И в медитации вы ставите руки перед животом и я отдаю этому миру все, что мне не нужно. Я отдаю. Я отдаю. И потом, когда я скажу вам, а теперь принимаем. Я принимаю все то, что мое, пусть ко мне придет. Все то, что... Закрытыми глазами, все стадии закрытыми глазами. И в определенный момент я вам скажу, ложитесь в шавасану. Поза шавасаны. И мы с вами вот таким образом закончим практику и поделимся чувствами и эмоциями. Ну что, готовы? Начнем? Хорошо. Анатолий, вы музыку включите? Я тоже приготовилась. Да, я включу. Вы меня отрегулируйте, пожалуйста, по громкости. Давайте. Ну, пусть все скажут, как вам.
Я включил. Мне хорошо, как всем. Отлично. Можно погромче даже, да? Погромче, я ничего не слышу, кроме первого. Я тоже плохо слышу. Еще, вот еще, Анатолий, можно еще? Можно прибавить. Ничего не слышно. Ой. Слышно? Ну. Еще громко. Может, да? Я включу? Нормально слышно? Ну, если должно... можно. Мне громко. Нормально. Должно быть громко, да. Тогда громко. Сейчас, дайте мне прям минуточку буквально, я сделаю одну вещь. Сейчас лучше? Нет. Давайте я попробую, Анатолий, включить. Вообще скажите, музыку как, слышно? Если я включу. Сейчас нет. Не слышно. Сейчас, секундочку, подождите. Меня слышно? Вас, да. Да. Я вас не слышу. Одну секунду. Анатолий, давайте я музыку включу. Я на онлайне часто провожу эту медитацию. Ну, давайте, Наталья, вы мне кажется. Давайте я попробую, да. Потому что я часто работаю на онлайне и провожу медитацию. Сейчас посмотрите, как вам. Слышно? Сейчас прибавлю еще. Слышно? Ну, тоже так. Все, я готов. Давайте попробуем еще раз. Давай. Это я сейчас хорошо? Хорошо. А еще потом чуть-чуть можно, нет? Попробуйте на своих устройствах отрегулировать, тоже прибавить. А, ну все хорошо. А, у меня хорошо. Все, начинаем? Да. Итак, становимся, закрываем глаза и начинаем разогревать колени. Только колени. Слышно мой голос? Да, хорошо слышно. Спасибо, Анатолий. Только колени, колени, колени. Погружаем взгляд внутрь. Пробуждаем тело. Бедра. Постарайтесь отпустить ваше тело. Если оно требует выдоха, выдохните. Колени, таз. Локти, плечи. Голова. Внутрь вашего тела, погрузитесь очень глубоко и постарайтесь его отпустить. Разрешите ему двигаться так, как оно хочет. Каждый ваш сустав как шарнир.
Бываем про шею. Можно опустить и опять начать свободное движение. Каждая клеточка пробудилась. Старайтесь найти, где живут эти негативные эмоции. В какой части? Можете заметить, что какая-то часть тела движется более активно, какая-то медленнее. Это хорошо. Хорошо, поднимаем опять вверх и опять стараемся встряхнуть. Включайтесь в движение еще. Хорошо, можно вниз. Вниз. Уровень таза. Да. Может быть, они у вас в груди? Найдите дискомфорт. Отпустите. Каждая клеточка. Знаете, что это? Что просится наружу? Ой, нет, раздражение. От чего вы сегодня хотите избавиться? Что вам уже не нужно? Мешает двигаться дальше. Да.
Открывайте замки. Живы. Отпускайте. Сегодня можно все. Хорошо, немножко остановились. Ножки поподнимали, руки возле груди. Стадия ху. Вдох. Ху. Ху. Визуализируйте, как вы освобождаетесь, вместе с выдохом отдаете. Больше энергии вкладывайте, больше огня. Хорошо, и побежали, руки кверху, побежали. Сдерживаем. Отпускаем тело. И еще побежали, встряхиваем. Все, молодцы, молодцы. Это стадия катарсиса, стадия освобождения. Молодцы. Еще. Молодцы, умнички, давайте ху. Чьи-то лица, и их тоже нужно отпустить. Может быть, люди, ситуации, которые вам уже не нужны, но зачем-то находятся в вашем теле. Отпускаем их тоже вместе со звуком ху. Thank you.
Погнали. Еще тряхнули. Свобода, отпуск, которые вначале не нужны, были слишком активными, слишком интенсивными. Злость, гнев, раздражение, что-то свое. Отдаем. Свобода. Складывайтесь, каждый выдох, складывайтесь. Свободы. Еще немного осталось. Старайтесь не снижать темп. Держим. Чуть-чуть, больше огня, больше темпа, больше ритма, молодцы. И ничего, побежали, еще стряхнем. И нужно стряхнем. Всем телом, умницу. Хорошо, это катарсис, это освобождение. Чуть-чуть. Есть. Ритм. Молодцы. Хорошо. Огонь. Thank you.
легкие, давайте, давайте, свобода, легкость, облегчение, уже чувствую хорошо. Взлетайте, парите. Молодцы! Сейчас будем танцевать. Называется танец. Как прекрасно, что я в этом теле. И немножко еще там попоем. И не забывайте про волос. Волос тоже развивается. Если тело чувствует, что хочется вниз, вниз. Если чувствуется вверх, вверх. Как хотите. Отпустите, главное, отпустите ваши руки, волосы и все тело. Это танец счастья, радости и любви к себе и к своему телу. Руки взлетают, как крылья. Невесомость. Абсолютная невесомость. И со мной вместе открываем еще горловую чакру и позволяем голосу проявиться. Волосы, волосы, руки не опускать. Йо, hey, а. Йо, hey, а. Максимально растворитесь в потоке. Это похоже на космос или на море, но это абсолютная невесомость. Счастье и радость. И безмерная любовь к себе. Разрешаем голосу выйти, разрешаем. Все недосказанное выходит сейчас вместе со звуками. Спускаем голос.
Больше эмоций телу, больше любви, больше радости. Руки вверх, руки вверх. Just let the music dance inside of you, and then rejoice. Cause Osho dancing with you. Free your body. Feel the music. Включаем звук, голос. Сейчас прям громко. Свободно, любовь, красота, здоровье, свободное тело. Больше. Жени, больше, руки вверх, волосы разлетаются. Хорошо, молодцы, кайф, свобода тела.
легкость, любовь. Хорошо. Итак, вкладывайте, пожалуйста, ладони в пупочный центр и закрывайте глаза. На выдохе отдаем. И мысленно можно проговаривать: я отдаю все то, что не мое, все то, что мне не принадлежит. Поехали, выдох. Дыхание успокаивается. Выдох, отдали. Все то, что вам не нужно, все то, что вы присвоили себе. И это не обязательно какие-то материальные вещи. Это могут быть чужие мысли, которые больше вам не нужны. Чужие эмоции, к которым вы подключились, и они тоже уже изжили себя.
мысленно проговаривайте: «Я отдаю все то, что мне не нужно. Я отдаю все то, что мне не принадлежит. Я отдаю все то, что не мое». Хорошо. Сейчас сложите руки там же, такой чашечкой, лодочкой. И сейчас мы заберем из Вселенной все те ресурсы, которые являются нашими. И мы, наоборот, проговариваем слово «Я принимаю все то, что мое». И забираю все то, что мне принадлежит. На вдохе руки от себя, и как будто вы загребаете к себе вдох. 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 Пупочный центр. Все ресурсы, все силы, вся энергия, которая принадлежит мне, я забираю ее из всех источников, из своего прошлого, из настоящего, от других людей, которым я отдала чрезмерно много. Я забираю только свое, все то, что принадлежит мне. Вдох. И последний. Хорошо. И сейчас несколько вдохов-выдохов. И ложитесь, пожалуйста, в шавасану с закрытыми глазами. И продолжая слушать мой голос, мы с вами проверим тело, насколько вам удалось получить свободу, легкость и любовь к себе. Итак, сделайте вдох и расслабляющий выдох. Вдох и выдох. И сейчас погрузите ваше внимание в стопы. Почувствуйте, осознайте ваши стопы. Почувствуйте, как мягкая волна расслабления. И эта волна поднимается вверх. И вы чувствуете расслабление мышц икр, колен, чашечек. Мышцы бедер приятно расслаблены.
и расслабление поднимается еще выше. Правая ягодица, левая ягодица. И поднимаясь еще выше, где-то в центре живота зарождается приятное мягкое тепло. И оно распространяется к мышцам спины, груди. Мягкой, плавной волной тепла течет по правой руке до самых кончиков пальцев, по левой руке. Мышцы шеи, лица расслабляются. Расслабляется кожа волос. Все ваше тело теплое, мягкое и приятно расслаблено. А сейчас обратите ваш внутренний взор в центр груди. И почувствуйте, ощутите, как оттуда зарождается росток. И пробиваясь наружу, в самом центре груди распускается дивной красоты лотос. Очень красивый цветок. И от этого цветка идут волны радости, воодушевления, блаженства, умиротворения и любви к себе. Почувствуйте, ощутите все эти эмоции сейчас в своем теле. Наполните до самых кончиков рук, ног и кончиков волос. И ваши губы трогают улыбку. Улыбка счастья, радости, любви к себе и своему телу. Вы свободны. Помните об этом. И постарайтесь сохранить это ощущение еще на долгие-долгие годы. Сейчас пришло время возвращаться. Начинайте развивать чувство восприятия окружающего. Пол, потолок, четыре стены. И ваше тело, лежащее на той опоре, на которой вы сейчас находитесь. Зажмите руки в кулак, зажмурьте глаза и сделайте вдох, подтянув плечи к ушам. А на выдохе расслабьте руки и откройте глаза. С возвращением. Сейчас мне было бы радостно и приятно, если бы кто-нибудь из вас поделился ощущениями в практике. Анатолий, можно музыку выключить, да?
О, спасибо. Давайте, Наташа, я что-нибудь скажу. Я первый раз делала динамическую медитацию. Интересный опыт. Замечаешь, как блоки какие-то, что-то вдруг тут работает, а тут не работает. Тут проходит энергия, тут не проходит. Ну вот. А в какой-то момент хоп, и ты понимаешь, что у тебя все как-то задвигалось, включилось, пошла энергия. В общем, какой-то интересный опыт, спасибо. Али, как вы себя сейчас чувствуете? Что в теле и в эмоциях? Я везде чувствую легкую вибрацию. И мне радостно и спокойно одновременно. Так. Благодарю, Наталья. Благодарю. Если кто еще был в практике, кто хочет сказать? Я была в практике. Наталья. Я подумала, что вот я очень люблю все динамическое, и не люблю вот это все медленное, вот это тягомотина, в которой я засыпаю. И вот это самое вот то, что ну всегда нужно мне, и я почему-то я про это забываю, у меня нет системы, и я каждый раз радуюсь тому, что то, ну вот, например, сегодняшняя встреча напомнила мне о том, что я на самом деле люблю, от чего я получаю кайф. Я испытала много радости, такого задора. И потом, после этого, вот, когда уже лежали и вот распускали этот прекрасный цветок, вот это вот уже самое такое настоящее наслаждение, и возвращаться уже из этого так не хочется. Хочется это продлить. Огромная благодарность. Ну, прям кайфанула. Спасибо, Наталья, большое. Благодарю. Медитация. Понравилось? Да, да, очень. Я думаю, вообще, вот мы на малых группах иногда собираемся с девчонками, кто практикует там после семинаров всякие упражнения. Я подумала, что мы обязательно на малой группе это сделаем. Спасибо большое. Я действительно очень его рекомендую. Это такой баланс энергии, когда ты отдаешь и забираешь, принимаешь что-то свое и отдаешь то, что тебе не принадлежит. Ну что, спасибо большое. Буду рада вашим откликам. Можете мне писать. Всегда рада видеть на своих практиках. Спасибо еще раз организаторам за приглашение. Наталья, большое спасибо вам за то, что приняли участие, познакомили меня с практикой. Благодарю вас.